Здорово, мужики! В этом ролике я расскажу вам о том, как сделать телегу, которая будет выдерживать 8 тонн, будет самосвалом, будет вслед за трактором идти, ей будет удобно ездить задом, особенно вот когда в лесу дрова собираешь. Вот такая тележка. Для этого взяли обычную телегу и начинаем все ненужное срезать. Колеса уже сняты. Телега висит на цепи. И теперь срезаем с рамы все. Поворотный круг с колес, с рессорами, с осями. Вот эти вот. Вот так вот срежем тоже. Все оставляем раму, платформу и цилиндр. Все остальное будем убирать. Ну, потом в конечном итоге и борта тоже надо будет переделать. Ну вот, друзья, все, что можно было обрезать, обрезали. Осталось только вот. И висит оно все благополучно на балке. Теперь будем делать вот так. Колеса от RAW6 привариваем вот так вот швеллера сюда к ним. И вот еще дышло. Конструктор Лего называется. Все это свариваем вместе. Загоняем под вот эту вот платформу. И привариваем к раме телеги. Походу надо еще повыше ехать. Да. Но мы фактически попали. И... Там встало. Ну и тут встало. Ну вот, сейчас будем приваривать старую раму к новой раме. Вот такая она получается. Размеры такие же, как на RAW6. И высота платформы мне по грудь. Не так высоко грузить. Сейчас заварим. Вот, друзья, основные работы сделаны. Телега с колесами от RAW6. А была 2 ПТС 4,5. Подсоединена, мы уже ее проверили, поднимали. Цилиндр. Осталось ее доварить, поменять борта на железные. Все усилить, платформу проварить. Переставить колеса на газовскую резину, покрасить. И будет отличная телега. Почему мы ее делали? Потому что нагрузка идет на заднюю ось трактора. Удобно и задом пятиться, не надо выскакивать, что-то там штопорить. Колея идет вслед за трактором, по грязи хорошо. И к тому же она самосвал. Платформа широкая, 4,20 на 2,20 или 2,40, забыл уже. И высота платформы нормальная, невысокая.
самая лучшая телега из всего, что может быть. Ну и, конечно же, прежде чем такое варить и делать, надо поставить его на учет. Вот такая ПСМ-очка. Самодельный, отсутствует, отсутствует, все отсутствует. Год выпуска и цвет. Больше мы ничего не имеем. Да, и даже вот номер есть. И на учете стоит. Видите, как все классно.